Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы, заканчивая наше интервью с футболистом Сергеем Малым, услышим, что он хочет пожелать, что он хотел бы сказать молодым людям, которые сейчас на пороге жизни. Что я хочу пожелать молодым ребятам? Я хочу сказать, что я в своей жизни точно на 100% убедился, что с Богом достигать каких-то вершин намного легче, чем без него. У тебя много талантов, ты можешь их, конечно, развивать, но без Бога ты не достигнешь того, чего ты можешь достичь с ним. И просто нужно не тратить время, чтобы понять это. Чем раньше ты в это поверишь, чем раньше ты пойдешь прямо, не сворачивая, тем большего ты можешь добиться. У нас у всех есть таланты. Без Бога мы себя просто ограничим. С Богом мы умножаем их.